Для меня огромная честь быть послом чемпионата мира от своего славного города-героя Волгограда. И, конечно же, я безумно счастлива, что этот уникальный трофей теперь в нашем городе. Все наши жители смогут воочию увидеть самый желаемый трофей чемпионата мира грядущего. Поэтому я просто в предвкушении грядущего чемпионата мира и вообще всех мероприятий, которые связаны с чемпионатом мира. Потому что та атмосфера, которая будет царить в следующем году, хочется уже вкусить ее и в этом году. Со стороны спортсменов, я думаю, этот кубок, конечно, не имеет цены как золото, но имеет цену как признание и факт обладания данным кубком, который желают иметь все футболисты и любая страна, которая будет участвовать в чемпионате мира. Поэтому я считаю, что это все о признании, о славе и о достижении того желаемого результата, который хотят достигнуть все футболисты и каждая сборная чемпионата мира.